Скопилось, конечно, у меня несколько вопросов. Ну, Давайте, спрашивайте. даже вот читая новое Евангелие, так как бы сходу все, что у меня в голове, сейчас сразу. А Вот. Ну, конечно, может быть, я вдаюсь в какие-то детали, но мне просто интересно, просто понять. Вот у меня есть Елисаветградское Евангелие, наверное, слышали о таком. какое? Елисаветградское. Нет, у меня такого нет. А Аж еще перевод. вот это на древнеславянском, это то, чем занимается общество любителей древней письменности Герман Стерлигов. Нет, я признаю только нужное сегодня синодальный перевод. Я Ага. этими совершенно не интересуюсь. Понятно. Потому что это все мертво, люди не понимают. Мы должны не удовлетворять свои прихоти, а для людей быть полезными. Я понял, Мы понял. пятидесятницы заговорили на разных языках, и люди их понимали. Я понял. Я уже это уяснил в последнее время, вот, смотря и ролики ваши, как бы, и читая вот, Новый Завет, который у вас с блаженного Феофилакта, да, Да, толкование. это самое лучшее толкование. Он не сам толкует, он берет из всех святых отцов. Так дело в том, что я вообще впервые встречаю такое подробное и ясное толкование, ну, для себя. Я, конечно, не так много и видел, но Так, когда читаешь. относительно книг, я сразу отвечу на ваш вопрос. Книги эти можно получить. Так. Я вам пошлю, какой порядок, какой счет, что вам понравится о всех книгах. А Златоуста жития это только в аудио, не в книгах. Книги эти продаются свободно в любом православном храме. Понятно, Они понятно. изданы были. А вот в аудио больше нигде нет, только на моем сайте. Это я сам насчитывал. И Библию насчитал там. Там 50 книг насчитаны. Добротолюбие 5 томов. Я понял. Ну, значит, по поводу книг можете выслать мне информацию, да? Все, что Я прямо возможно. сейчас за ее вам вышлю. Вы пока говорите, а я вам тут же и Да, вот говорите. хотел еще спросить по поводу летоисчисления. Опять же, не вдаваясь как бы в большие там разговоры, ну, размышления свои, но просто мне интересно, все-таки какое сегодня лето, какой год от сотворения мира? Вот который идет 14 плюс 4, 18. А почему только 4, а не 8? Ну, это доказано уже. Нам приходится только признать. Ага. Я понял. Просто я не слышал, что это доказано. Именно вот что от 4. Именно доказано. Не просто так, а доказано. Ну, это какие-то люди, которые занимаются вплотную этим, да? И Так а вы, выкладывали я какую-то вам информацию. сейчас расскажу, и вы сразу это примете. Тут сопротивляться-то нечему. Вот смотрите, Да я не на сопротивляюсь. вашу страничку я посылаю. Так, минутку. Ну вот. Ага. Я посылаю общее вам. Смотрите. Пришло? Да. Ну Смотрю, вот да. тут Сейчас. написано цены книг и все остальное, адресы. Какой порядок получения книг? Понял. Понял, Вот а понял. что у нас есть издано? У меня 38 книг вышло из печати. Вижу, Вот вижу. они все здесь. Да, информация есть. Да, ну, тут-то посмотрите, еще вам подходит. Понял, Я понял. тогда ответите. Там указаны цены, порядок. Вы смотрите, что вам надо, хорошо ознакомливаетесь, то или не надо вам. Переводите деньги, а я тут даю адрес, и люди отсылают. Ясно. Ну, хорошо, я посмотрю там, да, Это конечно. надо очень быстро делать, в течение хотя бы 3 дней, потому что дальше я уезжаю в благовестническую поездку по Европе. Вот оно что. А когда вернетесь? Ну, где-то перед сентябрем. Мы едем сейчас, путь наш такой, мы идем через Грузию в Турцию, Ага. Ну, я видел там видео. в Грецию, из Греции в Италию. Дальше идем во Францию и Германию. Сейчас вот ждем документы с Англии. И потом идем до Португалии через Испанию. А потом возвращаемся по центру Европы и через Данию уходим на Скандинавию. Швеция, Норвегия, Финляндия. Там уже ждут. Потом переплываем на Прибалтику, Эстония, Латвия, Литва. И потом уходим на север, к Баренцеву морю, через Мурманск. Завидую вам по-белому. Ну, это мы 3-й год дальние поездки, а так мы по-ближнему были. Вот за 2 прошедших года мы прошли 360 сел и городов. И в каждом селе, в
каждом, ну, районный центр имеется, в городах, я дарю полный комплект своих книг. Это я поставил себе задачу, вот она так. Ну, а книги-то еще на один год и все кончается, там 1000 экземпляров всего было. Да, тоже слышал. Книги эти я могу любому доказать, они просто аналога не имеют в мировой литературе. А они все основаны на основании Библии, на основании канонов церкви, на основании святых отцов. И поэтому от этих книг люди радуются и возрождаются, а есть, которые со злобы лопаются. Потому что она имеет пророческий дух обличения. Не то, что я там пророк какой-то, а места писания. В каждой книге, а книги это, каждая книга 750 страниц, это не брошюры. И в каждой книге 64 страницы цветных фотографий. И в каждой книге 3000 ссылок на Библию. Так что тут... Вы спросили про почему 4 года. Я вам сейчас буду доказывать, а вы быстренько записывайте, возьмите бумагу, карандаш. Я только запомните хорошо, я спорить никогда не спорю, я только даю данные. А примете, не примете, это ваш выбор. Да, чтобы да. Потом вы не роптали, что вам никто на земле не сказал, чтобы к Богу вы претензий не имели. Буквально 2 секунды, я ручку быстро возьму. Да, есть. Пока приготовьте, что у вас было. Вот ага. У меня открывается оно здесь. Так, начинаем. Ага. Евангелие от Луки. Да. Вам хорошо оно известно? Ну, нет, скорее всего, нет, что хорошо. Я подробно изучаю, дальше продолжаю изучать, поэтому сказать, ну, что... хорошо, давайте записываем. Евангелие от Луки, 2 глава. Так. С 1 стиха. Так. До 4. Я считаю, это синодальный перевод. Синодальным переводом пользуются католики, все сектанты, кроме иеговистов, свидетели Иеговы называют они себя. Ага. Это дореволюционное издание. При советской власти издавали при патриархе Алексее I, при Пимени, и при Алексее II, и при Кирилле синодальный. И за рубежом только он. Это лучший перевод, какой может быть. Я 50 с лишним лет занимаюсь им, как считает, говорит, наизусть знаю, хотя это не соответствует действительности, но знаю Библию. И я сравнивал ее на разных языках. Бог давал мне знания такие, и скажу, что это один из самых лучших мировых переводов. Его переводили 4 духовные академии. И поэтому любые новейшие переводы сегодня я абсолютно не признаю и отвергаю их. Легко доказываю, что они неправильные. Но вот хотя бы один-два пункта, там хотя бы один пункт по поводу сравнения современных и синодальных. Где можно понять сразу, что, ну, или сказать твердо, что это все неправда. Ну, да, то есть... ну смотри, кто переводил. Речь идет о том, кто переводил, знающий язык или не знающий. Переводили с оригинала. Этому противился Феофан Затворник. Почему? Ну, он считал, что масоретский текст искусственно испорченный, и нужно переводить с септуагинты. Вот так почему. А разве синоидальный перевод это не с масоретского? Ну, именно так, а он против был. Он с оригинала. Его сравнивали с арабским, с греческим, притом не с одним, со святыми отцами. А святые отцы взять одного Иоанна Златоуста, а там Феодетеон, Сима Хакила, это, которые переводили на греческий язык. Это раввины еврейские. Дальше. У нас кто переводили? Повторяю, 4 духовные академии. И отдавали это все в Синод. И там присутственная комиссия, из 3 дней один посвящался переводу. Он закончил был в 1876 году. Один из переводчиков, это Герасим Петрович Павский. Такого переводчика ни одного у нас нету. Он писал учебники для еврейских школ. А даже для русских школ, русский человек учебники пишет не каждый. Это надо понимать. Если человек пишет учебники, это значит, что он знает язык превыше всего. Дальше. Хвольсон Давид Аврамович. Крещенный еврей, закончивший Лейпцигский университет, принявший православие. Для него языки эти, греческие, арабские, там латинские, были как родные. И плюс можно, тому, еще раз, можно еще раз напомнить первое... Первый, Павский. Павский, да. Павский, Герасим Петрович.
Так. Вот его полный перевод, это псалтырь на русском языке, Евангелие от Матфея. Это Ага. поднебесное звучание. Хвольсон. Хвольсон, Хвольсон. Давид Аврамович. Да там много. Макарий, архимандрит Алтайский. В Макарий. общем, это те люди, которые участвовали, ну, переводили в какие времена-то? Ну какие? Это где-то они начиная с 1840 года. Примерно вот 19. это время. Тут еще 30 лет реакция такая была, даже царь не мог провернуть. Вот теперь я возвращаюсь к Евангелию от Луки. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правление Квириния Сирию. И пошли записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Нас два первых стиха интересуют. Повеление вышло от Августа, кесаря римского. Значит, в это время кесарь был живой. Иначе как по его повелению это делать? Дальше. Мы знаем, по Евангелию от Матфея, Ирод убил младенцев. Значит, он знал, что к нему приходили волхвы. Это отрицать мы не можем. Если мы это отрицаем, значит, мы не верим Евангелию. Но сегодня, согласно раскопок, абсолютно точно доказано, что Ирод умер за 4 года до переписи. Игнат Тихонович, а вы не допускаете, что те, кто дают данные после раскопок, как-то в чем-то заинтересованы в другом? Я просто спрашиваю. А в чем заинтересованность? Ну, допустим, в той же, допустим, в каком-то изменении этих данных. То есть они раскопали, они изучили, только они знают, что они изучили. Так И эти как бы. документы это открытые. Их можно посмотреть, в каких городах была перепись, с какой целью. Нужно было знать, сколько там нужно ставить, какой гарнизон, сколько запасов делать. Это определенно все. Эти данные это не сокрытые. Это Я можно понял. поехать в Британский музей, часть находится в Ватикане. И как, допустим, Синайский манускрипт. Его нельзя никак подделать. Никак. Потому А что там. анализ показывает, какого времени. И обрел его Константин Тишендорф, в каком году, в каком монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. Ну так мы не можем сомневаться, всех ставить под то, что они обманывали. А с какой целью, не знаю. Да просто на них накинуть полог лжи. Так Я это не, понял. так не делается. Так Я вот, понял. и это надо иметь оправдание какое-то этому. Ничего здесь не сокрыто. Это открыто. Дело вот в чем, что наше летоисчисление было придумано искусственно. Наше это какое? Ну, я имею в виду сегодняшний, 2014 год. Да. Вот как дело было. Во времена Златоуста, Василия Великого, все еще летоисчисление шло от Диоклетиана, гонителя христиан. Эра Диоклетиана называлась. Эра Диоклетиана. А вот когда стали высчитывать Пасхалию, каноны показывали, каждый год, два раза, нужно было заранее оповещать в церквах, когда будет Пасха. Потому что Пасха, она была не в числе. Рождество-то все спрашивают 7-го, а почему Пасха плавает то раньше, то позже-то? Ну Потому да. что у Пасхи 4 условия, которые нужно соблюдать. Когда Христа распяли, было весеннее равноденствие, когда день равен ночи. Ну Ну, да. а так как это было пророчески, а о рождении пророчества такого не было, поэтому было сказано, это было в полнолуние. А луна это 28 дней, ну там 6 часов. 28, полнолуние 14-го. Значит, когда Христа распяли, было полнолуние, и до Пасхи 3 дня. Так вот сегодня, чтобы Пасху высчитать, нужно весеннее равноденствие, потому что день равен ночи будет еще и в сентябре, 21 сентября, весеннее равноденствие. Да-да-да. Нужно, чтобы полнолуние было под 14-го, а Луна-то туда-сюда плавает, в это Да. время она может быть, и от нее, от полнолуния, не менее 3 дней до Пасхи. А если полнолуние было в субботу, то пропускает это воскресенье в следующее, больше может, но не меньше. Видите как, 4 условия. И поэтому Пасхалию высчитывали далеко не каждый. Это было поручено Дионисию Малому, запишите. Дионисий Малый, звать его монах. Ему было поручено, он грамотный был монах, ученый, и он рассчитывал Пасхалию. Дионисий Малый, через дефис пишется, Дионисий Малый. И он, как таблицу Менделеева, там раскладывал и смотрел. И потом вдруг заметил, что начинается повторение,
и полностью все совпадает. Опять круг закончился, и этот круг 532 года. Он снова считает, считает нормально, 532 года проходит, опять по новой возвращается, опять 14 апреля, 27, 1 мая, и вот так все идет. И он это сделал, докладную записку, где-то в синоде, и говорит, я обнаружил закономерность, а с чем она связана, никто не знал. И тогда решили, это не Божий ли перст указывает, что 532 года назад Христос родился. И следующий год уже стали считать 533-м. А это ни на чем не основано. Он просто не знал, что цикл Луны, 28 дней это 19, лунный, солнечный, их надо умножать друг на друга, и цифра 532. Он не знал этого. Это понимаете, это солнечный и лунный цикл. И поэтому ошибка была изначально взята произвольно, но никто не знал ее. Но раскопки показали, что ошибка была в 4 года. Вот и все. А ты скажешь, а я не верю. Да и не верю, на спасение это не влияет. Вы будете считать, что сегодня первый год от Рождества Христова, но в это и сами не поверите. Ну да, понятно. Дело в том, что вот я как бы к чему... Я не хочу ни к чему, как бы, естественно, я просто говорю то, что слышал, и пытаюсь понять для себя, узнать, от чего отталкиваться. Герман Стерлигов рассказывает о раввине Акибе. Вы о таком слышали? Я знаю Германа, у меня на форуме все есть. Бредня. Он неверующий человек. Чего вы слушаете? Он никого не признает. Церкви нет никакой. Он один. Один и где-то епископ. Он лжет. Он награбил эти деньги на крови людей, а теперь сиганул в сторону и теперь боится, чтобы кто у него не попросил. Он все считает, патриархия никакая. К старобрядцам примкнул маленько, побыл, ушел, потому что, видимо, стали просить на храм деньги. Его понять можно. Да, умный человек. Он там говорит, как питаться, как пахать, как печки топить. Вот пусть этим и занимается. Он вовремя успел отскочить в сторону, ему башку не отрезали. Ну, вот не знаю, я туда не влазю, конечно, но просто... Он мне никакой, он совершенно не верит, у него ничего нету. Библия переведена неправильно, все неправильно, только он правильный один. А он никакой, он живет по-мирски. И которые у него люди работают, туркмены, а я, говорит, ничего с них не спрашиваю. То есть никакой нет, у него даже одного человека друга нет настоящего. Ну, этого не знаю, откуда вы знаете, есть у него друг не настоящий. Это он говорит, он. Я слов. Этого не слышал. Он говорит, никого нигде нету. Один. Один. Он где-то епископ есть, а кому он не говорит? То есть никого нету. Чего бы я епископа прятал-то? Ты скажешь, мне не нравится патриарх Кирилл. Ну, это твое дело, это не сахарная баба, чтобы ее любить. Ты скажешь, не нравится папа римский. Но есть еще три. Григориано-армянская, коптская и сирская. Те, которые называются церковью. Сохранили рукоположение. Православие, католицизм, григориано-армянская, апостолическая, копты и сирийцы. Вот пять. Все. За этим ничего нету дальше. Дальше нету. Все остальные сектанты и прочее это выдумывают. А у него никого нету нигде. Вопросы евангельские не может решить. Совсем на днях мой племянник к нему ездил. Родной мой племянник у него был. Он ничего не может сказать. Я вот видел, я смотрел это видео, кажется, насколько я понимаю. Вы спрашивали, ну как, передал книги ему или нет? Да. Ну. Вот, я смотрел это видео, но он сказал так, что я, в принципе, понял его сразу, потому что я же тоже у Германа бываю. И он сказал так, что с ним сложно, ну, как бы, что-то не доказывать, как-то пытаться поговорить более открыто. Почему? Потому что он оперирует какими-то постоянно цифрами, фактами, которые тоже, как бы, он говорит о том, что это все есть, все открыто. Что именно открыто? Ну вот скажи, смотрите, допустим, тот же при правлении Петра, когда он урезал 8 лет, это же было или нет? Это же документ не такой было, есть? Не было, ни дня. Он только перевел на новый... Это все знают, что не было. Он открыто, он с такой уверенностью врет, что вы ему даже верите. Подождите. У него знания другие совсем, он говорит не то, что думает. За Германа Стерлигова я молюсь каждый день, его имя приношу перед Богом, чтобы Бог ему мозги вправил. Он хороший человек, хороший. Вовремя успел отскочить, он умный человек. Но он никакой. Как христианин, он никакой, он как цыган. Вот вы знаете, я когда его услышал, не так случилось, что я его услышал вообще как какой-то весть о том, чтобы задуматься о своей жизни, чем ты живешь и во что ты веришь. Честно говоря, я к этому пришел через него. Я вам честно говорю. Потому что я...
Я до этого вообще был атеистом и безбожником, я вообще ничего не понимал, куда я иду, зачем я нужен. А задаваться такими вопросами и Борда вообще не трогать, я начал после того, как я его послушал. Значит, что-то все-таки он дает, и немалое. Он дает вам одно, что он вас вне церкви в ад приведет. Его ни Почему? один священник не признает, никто, нигде. Потому что он отрицает всякую благодать. Он не понимает, что такое водительство Духом Святым, рождение свыше. Он никуда не приведет тебя, кроме как в преисподнюю. Вы не найдете ни одного священника, ни одного, ни здесь, ни за рубежом, который его одобряет. Он ничего, он Герман плетет и плетет, он ничего не доказуемо. Он сказал сколько это, а ты поверил. Да, он может доказывать на пустоте, на простеца. А возражать ему как возражать? Он привык разговаривать, как имеющий власть с деньгами. Притом Да, он это есть. совершенно, если он не считал, в руках ни одной книги даже не держал, о чем говорит. Он смело дальше говорит и человека забивает. А знания у него в этом никакого нету. Он по Библии ничего не может сказать. Два-три слова. А чтобы по Библии его не обличал, он ее не принимает. Ему надо куда-то в древность залезти. Он уже вам эту заразу привил. Вы уже эту бациллу получили от него. И вы никуда не Прививку. придете. Вы не будете знать Христа, что такое быть движимым Духом Божиим, что такое настоящая молитва. Он ничего вам этого не даст. Он заблокировал вас уже. Вам нужно раскаиваться, что вы знали с ним. Это абсолютно бездуховный человек. В смысле спасения более вредный, чем атеист. Там сразу тебе открыто, Бог есть. Ты посмотрел на деревья, на птиц. А здесь нет. Он говорит, Бог есть. Это хитрость сатаны. Вот, знаете, есть рассказ такой, когда сатана, ну, обычно на стадионе, бесы собрались и держат совет, как погубить людей. Ну, один вышел и говорит, а я буду говорить, Бога нет, ну, атеизм. Сатана говорит, это, конечно, здорово. Ну, счастье на земле, государство, справедливость. Но люди-то будут видеть над нами, как во Франции один говорит, ну, небо нам оставить и оставить, а мы Бога по звездам найдем. Ну, как Варвара Великомученица. Ну, кто сотворил-то? Не идол же деревянный это. Вот. Другой бес говорит, я буду говорить, Бог есть. Но мы не знаем его, что вот это Герман Стерлигов. Вот. Это бес в него в это вошел. Он одержимый этим духом лжи. А никто не знает, почему. А Библии нету. Библию считать эту не надо. Переведено неправильно. А он не знает ничего, что правильно, неправильно-то. Он не доверяет никому. Он, может быть, доверяет, но он говорит неправду, умышленную неправду. Он говорит с таким апломбом, а когда начинаешь дальше разбирать, видишь, он не читал. Он книгу в глаза не видал. Я там внимательно занимаюсь, у меня есть на это данные. Я проверяю, что он говорит, смотрю по книгам, думаю, о, Остап Бендер с бородой. И тем не менее, и при этом он вас называет еретиком. Ну, а ему как кажется? Потому что в моих словах самое большое ему обличение. И поэтому для него вся патриархия еретики, старообрядцы это не церковь, зарубежье не церковь. То есть он везде находит одних обличителей против самого себя. Он ни одной моей книги не считал. Его все. У меня на форуме стоит Герман Стерлигов, заряди. Там все его труды, все. А моего у него ничего нету. Он не знает. А тот как Дворкин. Я Дворкина все Понял. прочитал, смотрю, рассуждаю и говорю. Вот за моими книгами такой диакон Андрей Кураев, он приезжал, они есть у него. Они его не знают. Прежде чем... Вот вчера меня задали один вопрос, очень редкий случай такой, на который я сказал, я даю данные другие, но не свои. А если хочешь узнать больше, я отсылаю к человеку, который знает это. Англиканская церковь, она имеет ли истинное рукоположение? Я говорю, до революции готовилось объединение. Из англиканцев приезжала к нам женщина, Ксения Деннон, директор Кэстонского института. Ксения Деннон. Очень хорошая женщина. И вот мы говорили с ней, а она доказывает, что рукоположение было. Тогда это настоящая церковь. Но или революция помешала, или так уже от Господа Бога было, но пока неизвестно. Я говорю, рукоположение, то есть церковью, это католики, православные, григориане, армяне, копты и сирийцы. Все. За этим ничего нету больше. Это только секты, ереси. Разные. Они, может быть, и спасутся, я не знаю, это Бог спасает, но они не церковь. В церкви должен быть епископат, и не один. Всемирная церковь. У Германа Стерлигова этого нету нигде. Он не понимает Вселенской церкви, Дня Пятидесятницы, рождения свыше, у него никакого понятия нету. Любой баптист выше его намного. Он знает там, что надо признать себя грешником, обращение. Он не имеет, но он знает хотя бы. Герман, он не причащается, ему негде причащаться. У никого Скажите, нету. Игнат Тихонович,
А возможно ли такое вообще, я понимаю, ну, наверняка ответ уже я слышу, знаю, какой будет, но все-таки не ради каких-то пустых слов или там показательных действий. Возможно ли какие-то вообще встречи и прения, ну, на нормальной основе, без вообще с Германом? Невозможно. Возможно? Возможно? Невозможно. Я говорю, невозможно. Потому что на основании бредни его нельзя беседовать. Я беседую только на основании Святой Библии. И понять это очень хорошо. Пишите. Первое, что я его спрошу, верит ли он, что люди воскреснут из мертвых и будет суд Божий? Это первый Он, конечно, вопрос. он скажет да. Да, я знаю, как он ответит. Но надо, чтобы он открыто ответил. Мы это все сделаем под запись. Второе. Знаем ли мы на земле, можем ли сегодня знать, какие вопросы на этом экзамене будут задаваться? Бог будет судить, что будет спрашивать? И это подтвердить надо Божьим словом. Я знаю, какой ответ его будет. У него ответ... А какие вопросы вы знаете? Я знаю, он не знает. Это экзамен. Не может того быть, чтобы человек не знал, какие будут вопросы задавать на экзамене. Ты идешь сдавать права на машину. Ты знаешь. Ученик готовится в институт, он знает. Потом, почему? Ему требуется химия. Ему говорят по русскому языку, по литературе, и иностранный язык там или что-то. Герман не знает этого. Я ему отвечу, где Евангелие от Иоанна 12:48. Запишите. Вот какие Запись. вопросы Бог будет задавать. Дальше. Евангелие от Иоанна. Я сейчас вам буду по порядку считать, какие вопросы. А вы их-то записываете. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть он не то, что не войдет, он мытарство даже не проходит. Он сразу в ад летит. Рождение свыше. Он, Герман, не знает этого. Рожденный свыше имеет страх Божий, а у него страха-то никакого нету. Он не понимает это. О бороде он понял правильно, а дальше он не идет. Он не понимает это, потому что это на другом уровне. Надо родиться свыше. А Никодим, а что, в утробу матери зайти надо? Он по-человечески рассуждает это все. У Германа духовного рассуждения никакого нигде нету. Совершенно. Даже как топить, а я печник 40 лет печи делал, то я считаю, так и смеюсь. Он меня учит, как печи делать. Он только не учит еще, может быть, как правильно рожать жену свою. Она без него поправляется пока. Вот теперь 12:48 Евангелия от Иоанна написано так. Иисус Христос говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день. Его слово Божие. И по нему, по слову Божию будет суд. Другого ни одного вопроса не будет задано. И поэтому я должен сейчас всю жизнь, все знания, переживания, все подчинить, имение свое подчинить одному, чтобы все ваше было во свете Библии. Вот у меня все материалы называются, все книги во свете Библии. Чтобы на все смотреть открытым оком. У него нету. Он это говорит, буровит, что он не думает отвечать. Завтра другое скажет. Я, говорит, раньше думал так, а теперь так. То есть он все время меняет тактику. Если его где-то кто-то попросит, видимо, рубль, то он сразу бежит в сторону. Я его понял, думаю, почему он так делает. Он должен сначала раздать свое имение, продать. И тогда следовать за Христом. Вот так. Он не пойдет на это. Я вас услышал. Теперь спрошите его, скажи, он десятину платит с первого дня, как уверовал? И когда он уверовал? Как он уверовал? И у меня написано в книгах, как я обратился, как я уверовал. Мое рождение свыше подтвердят все православные, католики, сектанты, все. Настолько оно явное и очевидное, что я когда встал с колен, я был другой. Я сам на себя смотрю другими глазами, мне трудно поверить, что это я. Такая разительная перемена. Когда Саул шел в Дамаск убивать христиан, хватать их, то он упал от света. И когда встал, он ослеп и стал другим. Он, говорит, плохо видел, но его Господь хорошо ослепил, чтобы он прозрел. Иоанн Златоуст говорит. Он не знал, кем быть. Он очень умный человек, умный, но дьявол умнее его. Он Да. мудрит, нам все понятно. А вы скажете, он еретик? Да не еретик, он неверующий просто. Еретик – это когда что-то искажает. Он совсем не принимает. Это не еретик. В данном случае он хуже иеговистов.
Я с ними хотя могу где-то разговаривать, даже по новому переводу. То не перевод, а просто книга. Я легко могу беседовать с католиками, с Григорианами. С ним нельзя беседовать-то. Потому что я ему привожу ответы Слова Божия, по которому на страшном суде все люди до одного, от Адама до Антихриста, будут судимы. А Герману это нипочем, а неправильно переведено. А ему надо Елисаветинский. Он тебе такую Елисавету подсунет, тебе не прощихать всю жизнь. Это зараза. Он снова устроил в душах людей Вавилон. Вавилонская башня. Вавилонская башня, где Бог смешал языки, и люди не понимали друг друга. А день Пятидесятницы, наоборот, все понимали, когда апостолы говорили. Понимали. А он теперь, Библия, которая есть, она его обличает. Его каждый стих Библии обличает. Поэтому она не нужна, переведена неправильно. Теперь задайте ему вопрос. Скажите, Евангелие от Иоанна, переведите правильно. Ну, ясно, что переводить надо с оригинала, а не сарафанное радио. Что перевели на греческий, а с греческого на латинский, а с латинского к нам. Ну, знаете, как сарафанное радио. Садятся, допустим, 23 человека, и я на ухо сказал, тот тому, тому. И тот, когда последний к тебе пришло, совсем не то. Потому что неправильно расслышанное, третье, он передает как правильное, добавляя свое неправильное. Я понял, понял. Вот он у Германа нет основания, у него нет столпа, нет стержня, и с ним нельзя беседовать. Игнат Тихонович, скажите, вот перевод Септуагинты 70, это как вообще, это куда? Ну как, он на греческом языке, это же не на русском. Ну вот лицевой свод, который он раздает, это перевод 70. Не лицевой свод, а Библия, Библия. Именно библейская история вот этот, Ветхий Завет. Ветхий Завет переведем с еврейского. С еврейского, ну, да. Весь. А Матфея, Евангелие от Матфея с арамейского. Уже обновленный язык. А остальное с греческого, потому что на еврейском еще не все и было. Писали-то они то, что до нас дошло. Самый древний, который есть отрывок, это 136 год. Так что многое сверяли по святым отцам, которые еще имели эти оригиналы. Имели тогда. Вот, допустим, мы считаем Евангелие от Матфея. Вот я сейчас открываю его, чтобы вам это было понятно. Так. Так, поселился в Назарете. Так надо, ангел Господень явился. Подождите-ка, я сейчас минутку покажу вам дальше. Послал Вифлеем. Вот. Считаем мы 21 стих. Вторая глава Евангелия от Матфея. Запишите. Двадцать третий стих. Сразу прочитаю. И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, во множественном смысле, что он Назареем наречется. Матфей знал, что было несколько книг пророческих, в которых было сказано, что Назареем наречется, а сегодня ни одной книги этой нету. Нигде этого нету. Да, а почему? Иоанн Златоуст говорит, а ты не спрашивай, почему. Потому что много евреев уничтожили сами. Уничтожали пророков вместе с книгами. Откуда известно? Иеремия, 36 глава, запишите. Пророк Иеремия, 36 глава. Царь Езекия, царь Сидекия, когда ему принесли свиток Иеремии, он сидел, в это время была зима, уже ровнее, и когда ему считали, он просчитывали один куплет, там стих, он его отрезал ножичком, в огонь бросал. Следующий так. А к Иеремии пришли, сказали, царь-то сжег. Ничего, ничего. Бог ему снова дал и дописал еще и то, что он сделал. Вот так. Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Так, минутку, подождите. Так, говори. Да, говори. Но. Да можно и так немножко. Да, но он у нас не пропадет все равно. Ну хорошо, на недельку нам хватит. Пожалуйста. Ну, давай бери на не два, я тебе дам больше, 20. Ну, да ты достойна. Ты там помолись, что-то наши документы застряли. Это с Англией связано. Ждем, сегодня будет проверка. С Богом.
Так, слушаю. Так, по поводу Иеремии, я Вы про услышал, да. Иеремию услышали, что уничтожались. И хотя евангелист Матфей пишет, у пророков сказано, на самом деле ни у одного пророка этого нету. Нету. Нету, нет таких пророков. А где ссылка делается на книгу Судей про Самсона? Это про Самсона, не про Христа. Чтобы что-то говорить, нужно иметь абсолютно точное знание, согласованное с канонами церкви и со святыми отцами. И при том толкование, которое ты придерживаешься, оно должно совпадать со всей Библией, ни одно место, чтобы этому не противоречило. Вот сектанты верят, что тысячелетнее царство будет, и этого не будет. А почему не будет? Ну почему не будет? Потому и не будет, что Господь так установил. Оно началось, а не будет. Началось на Голгофе. Откуда известно? Да откуда известно? Из слов Христа связан сатана на 1000 лет. Откровение, 20 глава, 4 стих. Ну, прочитали, прочитали. А где? Ну, давайте, вы не знаете где. И я не знаю. Но написано, связан на 1000 лет. Момент связания – это начало 1000-летнего царства. Ну, вот я, допустим, взял сейчас узел, завязал на 1000 лет. А когда начало это 1000 лет? Ну, когда я завязал. А где оно завязал-то? К евреям, 2 глава, 14 стих. Герман не знает этого. У него в башке мякина набита. Написано так. И как дети верующие, причастны плоти и крови, вот это вот, то и он, Иисус, принял таковые оные, дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Где он ее лишил? Смертью где? Смертью и смерть поправ. Что доказывать-то? Да, где он ее лишил? Но ты считай 18 и 16 главы Евангелия от Матфея. Как может сильно расхитить вещи сильного, если прежде не свяжет его? Иисус сходил в преисподнюю, но это все признают, да, сходил. А как бы он вывел душу, если сатану не связал? Значит, он его связал. А как он действует? А ты не смотри, что он действует. Ты сначала по Библии узнай, а потом увидишь, как он действует. Он связанный. Он на цепи собака, она может укусить, а ты не подходи. А иначе зачем бы мы молились, избави нас от лукавого? Значит, по молитве он избавляется. Избавляется. А в Ветхом Завете? В Ветхом Завете не так. Весь мир был подвержен падению. Откуда известно начинает? Откуда известно? Из Библии, из Святой Библии. Больше мы ниоткуда узнавать. Если о Боге мы что-то знаем, только то, что написано в Библии. Больше мы ничего не знаем. Поэтому на соборах всегда решали, какое место Священного Писания подтверждает твою мысль, доказательство. Если не доказано... Вот я скажу, когда это было? Вчера. Мы идем с сестрой, я вижу, идут женщины так, как-то маленько отличаются от других. Я говорю, это свидетели Иеговы. Так и есть. Они увидели нас, поворачивают, а мы к ним подошли, поздоровались. А вот мы идем, я говорю, так вы, наверное, такие, да, да, да. Я говорю, у вас Библия с собой есть, она достает, я смотрю. Ах, я говорю, я найду. Я открыл, так это не Библия. Это у вас новый всемирный перевод. Да, да, так это не перевод. В это попадает Герман Стерлигов. Он не знает и берет. Я говорю, в Англии подали на них в суд. 6 переводчиков было. 5 не могли ни одного слова перевести. А 6-й предложение не мог перевести. Некоторые слова только знал. Ты ни одного нет переводчика. Что он мог? Поэтому они все места, где не сходятся с Библией, они все переделали, и все. Если написано 3, они пишут 1. Написано на небе 3, они Троицу не признают. Вот у Германа Стерлигова только то правильно, что с его мозгами или с его выдумкой сходится. Он умный человек, он не может это верить, он придумывает сам. И вот люди начинают доказывать, ему ничего нельзя доказывать. Герман недоказуемый, о нем только молиться можно. Молиться и плакать. Я ему услышал. Не враг. Почему? Потому что я трачу время ежедневно, ночью, днем молюсь за него. Молюсь. Я понял. Игнат Тихонович, да. А вот в Ветхом Завете, мне просто интересны моменты, как вы их растолковываете для себя просто, чтобы понимать. Либо тут надо читать и просто кушать как есть. Скажем, где речь идет о том, что Бог посадил древо познания добра и зла и древо жизни. Мне вот вопрос, как бы интересно, может быть, ну, каково было предназначение как таковых этих двух деревьев в том саду? Вообще для чего они нужны были там? Деревья? Да, вот эти. Человек питался с них. Нет, но почему именно это древо, оно есть, его посадил Бог, наказал, заповедал, не есть с него. Ну да. А если бы не посадил, вот. Адам бы попросил. Святые это отцы доказывают. Да. Конечно. Господи, дай что-то такое, чтобы я на чем-то мог показать верность тебе. Ему нужен был момент верности доказать. Я люблю тебя, Господи, и хочу доказать.
И Господь ему сказал, поэтому Адам легко понял, нельзя. Ева хотела, он говорит, и не прикасайся. Видимо, она потянулась рукой, а не прикасайся, ему Бог не говорил. Вот и все. Это заранее запрограммированная режиссура с неба идет. Бог сотворил мир. Иоанн Златоуст говорит так. Ну, люди говорят, дьявол выпросил род человеческий. Ну, а зачем дал? Так, разрешите-ка. Так, говори. Разгрузился или грузится? Разгружается. Благополучно было у него? Но мы молились. Слава Христу. Поблагодари его пока. Осенью придем, разберемся. Ну, хороший, хороший он. Он мне понравился. Ну и все, пускай пересчитает. Примерно 504 должно быть. Так, Виктор, я сделал заказ проследить эту диппочту, дипломатическая почта, в которой ушли. А они по этому каналу гонят. Это не просто с почты говорит. Спецпочта, наши документы. Они... Да, должны прийти. Но пока нет. Мы узнаем. Сегодня Витя вечером будет разбираться, и потом с ними завтра созвонимся. Ну, может быть и так. Может. 3 недели. Ну, а что они на эту цифру-то не смотрят. Они берут просто конечный счет, чтобы когда люди будут иметь претензии, вам сказали не раньше. Поэтому они могут и раньше прийти, но не дать знать. Все. Пока все идет по графику, мы будем усиливать молиться просто. Все. С Богом. У нас задача сначала нашей книги заслать нужно... Перестань баловаться. В центр России за Москву. В прошлом году у нас ставка была город Шахта Ростовской области. Поэтому мы 15 государств в прошлом году прошли, 6 мусульманских республик. И поэтому каждую неделю мы возвращаемся, не считая дальнего зарубежья. Загружаемся 25 экземпляров. Каждый экземпляр 31 килограмм. Это 38 книг. И тогда мы за неделю должны посетить 25 мест. Возвращаемся, загрузились питание, забираем книги и опять. И мы где-то 7 раз должны прийти на место ставки. Вот только сейчас мы послали книги, и уже сейчас вот в данный момент их разгружают около Москвы. Чтобы нам можно было дойти до самой Украины, до Польши. Польша, говорю, Украина в прошлом году у нас вся была вдоль и поперек изъезжена. И Крым прошли мы, и везде встречи, везде в каждой библиотеке есть книги. Это долгосрочная программа. Герман-то ничего не делает, он не благовестник, никакой. Идите по всему миру. Да и с его-то средствами тут мир может перевернуть-то. У меня пенсия 5500. 5500 рублей. Больше у меня ничего нету. Мы с Германом на разных этажах стоим-то. Если бы он знал Слово Божие-то, он разве сегодня мог бы говорить кого-то там, еретики и прочее, он бы день и ночь рыдал, говорит, лбом в землю бился. Он десятину пусть платит. Десятина это со 100 рублей десятка. Принадлежит Богу. Вот пускай он со своих миллионов отстегнет туда, с миллиардов с этих. Я пускай вот, он услышал, разберется это... сам, так, это его... Подождите еще раз. Да. Так, говори. Давай. Ну что, Витя, ты узнал, что нет? А? Причина какая? В Новосибирске? В Москве? В Англии прямо. Ну и что? Так, ты запроси их, пожалуйста. Скажите, когда у вас придут на нас троих? Перечисли. Они нас хорошо запомнили, я им подарок дал. Новый Завет. И если только вы ждете их после 27-го, сразу дать им знать. Пусть они немедленно дадут в Москву, чтобы они не выпускали из Москвы, мы их там возьмем. Но если мы туда выйдем, ясно дело, что катастрофа. Витенька, добейся, как будто ты с нами в вязанки идешь. Я-то ничего не могу сделать.
и меня уведомляют. Груз наш дошел, разгружают, сейчас так и передали. Позвонили. Пожалуйста, мы очень беспокоимся, очень, потому что Шенген для нас выпал из рук, отошел. Тут работа такая. Вот по слову Божию, если бы Герман, он, я ему мог говорить, я бы сказал, ты читай Малахия. Вот давайте я вам сейчас прочитаю, чтобы это было понятно. Посмотрите. Книга пророка Малахия, записывайте себе. Да. Книга пророка Малахии. Вот. Вторая глава. Угу. Так. Ну, здесь говорится о священниках. Заповедь какой не послушайтесь, не примите к сердцу. И далее говорит. Третья глава, восьмой стих. 3:8. Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем мы обкрадываем тебя? С большой буквы. Бог отвечает десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. И если Герман не платил десятину, он проклятый. Он даже не знает этого. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас земные плоды. Повторяю, у меня пенсия минимальная. Почему? Мне не давали работать. Когда Герман делал деньги, в это время я обмерил тюрьмы за слово Божие. У меня запрещали 5 тюрьм и лагерь. Так что мы не равные с ним. Ему решать, еретик, не еретик. У него все до единого еретики, сам Христос еретик. У него Библия еретическая. Он просто как сумасшедший ведет себя. Но он в Барнауле был, да? Как ему было неинтересно встретиться-то? Я приезжаю в каком городе, о ком-то слышал, даже еретик, я все равно постараюсь встретиться с ним. Я буду стоять у дверей его, чтобы понять, что это за человек. Как я могу полезное взять от него? Я приехал в Азербайджан, в доме Мулы. Ночуем, беседуем, и все это в интернет выставлено. Он не пойдет на это, ему голова дорога. Я, когда услышал, что нужно платить десятину, в это время я работал на корабле. Учился в мореходном училище высшем. Добиваясь разрешения сдать 3 курса за год. На английском, французском или немецком все предметы. Значит, у меня что-то было здесь. Но в это время Бог меня коснулся. И в руки мне попала Библия. И я покаялся. Все остальное я бросил в подпол. Но я услышал, что нужна десятина. Во мне ревность возгорелась. Это Бог благословляет. И я сказал, я буду платить 9 десятин. И я так прожил 50 лет. Со 100 заработанных 90 отдаю на дело Божье. На печатание книг. Евангелий, которые раздаются по всему Союзу. У Германа другая жизнь совсем-то. Да ну ладно, я не к сравнению. Я все вас понял, я вас услышал. Я объясню, что мы за последние только где-то 2 года подарили, а у меня пенсия 5500 рублей, запомните, 5500. Мы подарили книг на 7 150 000. Ну, я надеялся, что это не мои деньги-то. Это Бог дает. Притом люди совершенно мне незнакомые по интернету спрашивают, можно, нет, переслать деньги. Я от людей не прячусь, люди на меня деньги дают, а Герман наоборот прячется, чтобы у него не попросили. Это совершенно разное, мы диаметрально противоположно. 9 десятин, поэтому я всегда работал на 2-3 работах. У меня выработка была 300%. Потому что мне надо жить. А жить так я должен что-то иметь. Он не знает, это я просто говорю, чтобы он маленько-то следил за языком своим. Игнат Тихич, не все, все, я вас понял, прекрасно слышу, мне все становится понятным. Просто, ну, как бы я больше хотел же по Ветхому Завету чуть-чуть спросить еще. Давайте. Когда сказано, да не прострет руку свою Адам к древу познания жизни, и дабы не стал он одним из нас, это как? Бессмертным. То есть он не мог покуситься и не имел права на то, чтобы... Ну, я понял. Потому что грешник должен умирать. Грешник стареет. И представьте, что наши родители теперь не умирают, а гниют. Прадеды все лежат на койках. Смерть — это благо, Иоанн Златоуст говорит. Благо. И потоп — это благо. Это Бог, которому имя любовь потопил мир. И какая причина?
Я заканчиваю эту мысль. Смотрите, дьявол как бы просит, но я тоже мог бы сделать. А где это известно? Исаия 14 глава. Запишите. Книга пророка Исаии, 14 глава. И книга Иезекииля пророка, 28 глава. О сатане в скобках поставьте. И Откровение, 12 глава, 13, Апокалипсис. Вот этого вам достаточно будет. И Господь ему, сатана говорит, я тоже бы сделал, я тоже бы построил, тоже как рай в раю, как коммунисты. И Бог ему дает, пожалуйста, делай. Но только души его не касается. Книга Иова, 1 глава. Только души его не трогай. И дьявол делает, лепит. И у него все рушится. Он берет грязь, эти щели замазывает. Пророк Иеремия об этом говорит. И, наконец, рушится. А ангелы смотрят. И ангелы рукоплещут. Опять ничего не получилось. Он дьяволу, Бог дает это. А он мучает людей. А люди-то в рай идут. Если я благодарю Бога, я буду мученик. У меня особая слава будет. Недавно я с одним познакомился. Он парализованный лежит. Сергей. Я смотрел ролики с вас, ваши беседы. Он очень прозрительный. Он только познакомились, он говорит, я вас понял, вы хотите быть мучеником. Я исповедник, я сидел, это исповедник. Я хочу быть мучеником, но я не лезу на это. Поэтому мы идем через Турцию. Я сейчас думаю, попадем, нет, в Иран. Это мусульманские страны. А для меня это не препятствие. Почему? Мой Бог. Мой Бог, он знает. Но я должен волю Божию знать. Я постоянно молюсь. Я, может, читали где, что у меня эпиграф сейчас, Псалом 118, запишите его. Псалом 118. А, да. 164 стих. Человеческие вымыслы ненавижу. Нет, закон это 113, а это 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семикратно в день. Вот пускай Герман 7 раз становится на молитву. И на каждой молитве не меньше 100 поклонов. У него язык... Давайте оставим Герману. Я вам говорю, когда будете знать. Пускай он зайдет на эту дорожку. Тогда у него эти бредни из башки-то уйдут все. Он будет смотреть в Библии, что говорит Святая Библия. А он как Библию отверг, она плохо переведена. Как у старобрядцев. С двумя ей нельзя считать, а с одной нет. Не, он отвергает то, что было переведено после Равина Акибы. Переводы вот эти, ну, все, да, он на это, он об этом говорит. Равин ему помог деньги заграбить. Игнат Тихонович! Игнат Тихонович! Ну, вы знаете, настолько все открыто. Библия – это основа основ. На Библии миллионы, миллионы людей нашли Христа. А Герман пришел, Герману не надо. Эту Библию признают католики все. Все православные, повторяю еще раз. Все протестанты. А Герман не признает, он много знает. Это надмение ума. Игнатий Тихонович, у меня есть... Я хотел поделиться, спросить вообще, это как вы это воспринимаете? Вот такая у меня Библия есть. Но? Сейчас говорит. Я сейчас вам прочту. Вот здесь есть от руки написано. Я сейчас прочту, что здесь написано. Проханов. Ну-ну. Это Иван... Да, да. Иван Степанович Проханов. Это евангельские христиане назывались. Это, вот такая это он был поэт, он технарь был, технический мастер. Я его очень хорошо знаю. И что? Ну, вот сказано, что скажет он вам, так то и делайте. Иоанн 2:5. Да. Экземпляр первый, изданный не синодом, а свободной христианской организацией Библии в России, 29 сентября 1926 год. Ну что? А он синодального перевода? Вот это синодального перевода. Я не знаю, но вы одно предложение прочитали, уже синодальный перевод. Ну, по порядку, откройте, любую главу считайте, я сразу скажу, синодальный, не синодальный. Ну, скажем, и создал Бог зверей земных, породу их, и скот, и породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Синодальный. Теперь откройте Новый Завет, что-то на выбор. Сейчас. Это издание, то есть книгу издали они в своей типографии. Я понял. Ну вот от Матфея, допустим, 27, глава 24. Давайте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Еще дальше. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света все, своего. Все, синодальный. Все, дословно. Дословно сходится. Ну хорошо. Это синодальный. Просто издали они сами. Это, ну, правильно, что указали. Но они должны были в скобках показать синодального перевода. Но они наоборот. Тут как бы в его подписи сказано о том, что
изданный не синодом. Но я так понимаю, просто не той как бы редакции, тогда какая-то самостоятельная редакция общества, там Не сказано общество. редакция, а типография. Типография. Ну, А общество. редакции там никакой нет. Они взяли оттуда и это А, все просто верно. синхронное. Я понял, Вот понял. так. Вот еще, знаете, я вот А считаю. вы знаете, почему для Германа недорогой этот синодальный период? Потому что он ни одного предложения наизусть не знает. Его Ну, разницы я никакой нет. не Я могу если утверждать. наизусть знаю, наизусть что знаю, и для всех, кто этим живет, для него это дорого. А для него разницы никакой нету, почему? Хоть так, хоть так. А так как это обрещает его по боку, а буду говорить то, что непонятно никому. Вот смотрите, Игнат Тихонович, я опять хочу просто поделиться. Вы просто поймите меня правильно, я не пытаюсь ничего как бы выгораживать или еще что-то подобное. Вот читаю, я брал вот эту Библию, начал читать Ветхий Завет, ну, но сначала. И читать также библейскую историю, которую общество любителей гермастернингов раздает. Значит, читаю, дохожу до места, где пророчествуют 12 колен сыновей Израиля. Да, 49 глава его Бытие. Может быть, они поменяли местами, но когда я читаю по порядку, здесь, Да. в том месте, когда там, в том варианте, на древнеславянском идет, рассказывается, говорится о том, что когда они пророчествуют, в этой Библии, синодальном переводе, этого места нет. То есть он либо перемещен куда-то в другом месте, получается. Не знаю, потому что у меня перед глазами нету. Тем более вы, которые имеете в этой книге, в этой Библии, нет 11 книг. Они их выбросили. 11 книг не хватает. Вот в этой Да, Библии. в этой книге 11 книг и 3 глав. Ага, а почему так? А где они? Потому что это и сектанты, это не православных полная. То есть у вас Библия есть полная с 11 книгами? Но в любом православном храме это не православное издание, это канонические. Есть 11 неканонических. Это Соломоновы книги. Премудрость Соломона, премудрость Сирахова, вторая, третья книга Ездры. Здесь нету. Посмотрите, три книги Маковейские нету. Последняя книга Малахи в Ветхом Завете. Так? Сейчас. Вот, Малахи, а потом Новый Завет. Так? Все. Да. 11 книг они просто выкинули. По безумию своему. Но тут есть вот книга притчи Соломоновых, Экклесиаста и Проповедника. Да. И что Ну и вот дальше? книга песни Все, Соломона. больше нету ничего. А где премудрость Соломона? Книга премудрости Соломона еще есть. Ну так у вас это есть? Да это в любой Библии есть, которая в православных храмах. Это не Ага. православная. Православная за 2000 лет ни разу не издали, что было 39 книг. В Ветхом Завете. В Ветхом Завете 50 книг. А в Новом 27. Всего 77. А они подвели по цифру 66. Вот и думай. Случайно это или нет? А они это кто? А протестанты? Протестанты. Баптисты, адвентисты. Они взяли православную, а эти книги просто вырвали и все. Вырвали просто. Вырвали и бросили на пол. А я их подобрал и переплел. Прямо на кафедре. Стоял пресвитер вот так вот. Отодрал их и бросил на пол. А сестра одна там подобрала, мне дала, я переплетчик, я реставратор книг. По какому научению он это сделал? Сатаны. Сатаны, только сатаны. Потому что эти книги, они на них проповедует Иоанн Златоуст, все святые отцы проповедуют. Они указаны, я даже скажу, в каких канонах указаны, если хотите, прямо сейчас назову. Эти книги должны быть. Ну, прям минутку буквально, я сейчас открою. Так, минуточку, сейчас я подскажу вам. Открою книги. Вот они не открываются плохо. У меня тормозит очень сильно. И не открыл. Вот она будет открываться. Пока давайте о чем-то говорить, она откроет. Закроет наше видео. Какие именно соборы? Ладикийский, какой Карфагенский? Мне надо просто смотреть. Какое именно правило? Вот, открылось. Так, Новый Завет. Минутку для Слова Божьего. Не туз. Симфония, не канонические. Давайте записывайте. Все, вскрываю. Вскрываю. Это я их издал. Симфонию на эти книги, на 11 книг. Людям не верится, что это можно было издать. Да, они изданы. Так. Вот теперь смотрим. Смотрим и считаем.
Неканоническими книгами. Сейчас я возьму увеличительное стекло и считаю вам. Постоянно пользуются святые отцы, как Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами. Лаодикийский. Правило 59-е. Лаодикийский. 60-е. Лаодикийский собор. Это поместные соборы. 59-60-е. Карфагенский. 33-е. Карфагенский. Дальше апостольское правило 85-е. Апостольское правило. Дальше. Письмо Афанасия. Ну, это они уже можете... О праздниках. Стихи Григория Богослова и Амфилохия. Вот где говорится о том, что этими книгами нужно в церкви пользоваться и считать. Вы эти данные сохраняйте. Вам не каждый их подаст, эти данные. Так вот я хотел вот еще спросить. У вас есть вот все каноны собранные, о которых вы говорили, сколько там 400 с чем-то не соблюдают сейчас вообще? Да, конечно. Вот об этом, эти каноны у вас есть все где-то? Ну, каноны, эти, книга правил, она продается в церкви, сейчас издали ее, слава Богу. Книга правил, запишите. Книга правил. Правил апостольских, поместных и вселенских соборов. Я на них 3 года отдал, занимаюсь. Пусть Герман их 3 года позанимается правилами-то, ему-то скажите. Если он занимался деньгами, там, от как обмануть, я дня не занимался, я вот тут учить не буду. Я не знаю это. Просто я работаю, кирпичи кладу, весь в глине, в саже. Ну, Павел говорит, хочу, чтобы своими руками работали. Не обманывали. Там где-то бумаги составлять. Он же не руками заработал-то это. Это грабеж. Поэтому ему думать есть о чем. Но Павел говорит, желаю, чтобы работали своими руками. Что он заработал это? Рыбу ловил. Он говорит, что он раскаивается в том, что раньше было с ним. А, раскаивается. Раскаяние действительно так, когда ты все возвращаешь. И возвращаешь четверо. А кто знает, может, он и возвращает. Тогда он не будет миллионером, у него ничего не будет. Кого обидел, воздам 4. Он не знает совсем Писание-то. Это в доме Закхея, когда Христос был, Закхей говорит, половину имения раздам, а кого обидел, воздам 4. Пусть найдет, кого обидел, и воздаст 4. Это Бог так сказал. Если ты украл барана, ты должен 4 барана отдать, а не одного, кого обидел. А если быка украл, то 5 быков. А почему? Тебе не надо щамкать. Бог так указал. Он не знает Писания совершенно. Люби ближнего, как самого себя. А как ты любишь ближнего, когда у тебя миллиарды лежат, а у другого по помойкам ходит и учительница с собой покончила. Кормить детей нечем. Он за это отвечать еще будет. Он весь в крови. Игнат Тихонович. Хотел спросить еще по поводу вот места, где Каин приносит дары Богу, и как именно произошло то, что Господь указал ему на то, что он согрешил, получается, в тот момент, или что он сотворил неправильно? В какой момент? Когда убил? Нет, до убийства, когда Господь сказал, что ты опустил лицо свое, как, если ты праведно делаешь, приносишь, то праведно, точно не помню дословно. Ты поднимаешь лицо к небу? Да. В глазах к небу. Понятно, зависть. Зависть. Зависть то, что он презрел на... Рисует так, у этого дым пошел кверху от ягненка, а у этого по земле. Ну, как-то надо показать. Но они как-то имели, но это именно так, Бог-то все-таки вверху, не внизу считается-то. И он принес жертву за грех, ягнящую кровь. А этот решил там помидоры, огурцы, тыкву. Он не понимал даже, что делает. Но он же был земледельцем. Ну, да. И то есть он не был... бы на обмен и принес. А, так и вышла бы додуматься до этого. Да, нет, додуматься до этого-то. Не надо было завидовать. Он посмотрел, он как-то определил, что Бог у него принял. Значит, по этому определителю он легко определил, что у него не принял. И он тогда подошел бы и сказал, Авель, ну давай, баш на баш, там сделаем какую-то бартерную сделку. Как ну, делают люди-то где-то. У меня топор, у тебя овечка. Давай, сколько ты тратил? Экономически. Ну, экономика-то на этом основана. Ну, просто надо понимать как. А он этого не сделал. У него, видимо, мысль была такая, Бог без жертвы жить не может, а нас только 2 жертву приносит. Я убью, поневоле тогда, я один остался, от кого-то надо принимать жертву, от меня и примет. Это рассуждение. Вот это высокоумие. А высокоумие, это всегда от сатаны. Вот у Германа, повторяю, это высокоумие. В любом вопросе он его поднимает и накручивает. Он смиренно должен принять. Вся церковь понимает, так принимает Библию. И он должен принять Библию. А как я беседовать буду, когда он главное не принимает? Он сейчас скажет, я буду беседовать, но только на том языке, которого нет на земле. На языке хетов. А хеты исчезли.
Его не разгадают, или на Саста Хамурапи. Ну что буду беседовать? У него такой подход-то, он на дурака валяет-то. Люди, лучшие переводчики переводили, Библия переводится миллионы экземпляров. А я не признаю. А почему не признаешь конкретно? Потому что оно обрещает его. Руки ваши полны крови. Очиститесь, омойтесь. И тогда придите, и я, Господь говорит, очищу вас. Исаия 1 глава. Запишите себе ее. Исаия 1 глава. Вы простираете руки. А я не вижу вас, Господь говорит, не слышу. Руки полны крови. Надо поститься. А поститься как? Накорми убогого, веди в дом твой. Накорми его. Одень его, как у Иова. Книга Иова, 1-2 глава. Книга Иова перед Псалтырью. Иов. Я ему прямой рецепт даю. Вот вы уже записали Псалом 118, стих 164. Ежедневно не менее 7 раз быть на молитве. Не менее, а что один раз? Один раз это 3 святое и 100 поклонов. А почему так? Ну, это мое правило. А ты себе сделай такое, но чтобы не меньше 7 минут. Цифру введи вот, и 7 раз становись в разное время. Пройдет часа полтора, опять на молитву. У меня есть вопросы, которые я не могу ответить. Я не могу их ответить. Вот подъем всегда должен быть утром 4:40. А почему? Не знаю. Я просто знаю, что это в 4:40. И вдруг я считаю, мать Тереза Калькутская, албанка, католичка. Католичка. И она лауреат Нобелевской премии. Она вставала в 4:40. А это сотни тысяч приверженцев, которые в Индии там миллионы детей подняли. Живая святая. Почему в 4:40? Недавно встречаю еще там монастырский устав. Я не знаю, я не могу объяснить этого. Это просто внутреннее наитие. Я вот был в Америке, и у меня зуб заболел. Ну, повезли, там врач, говорит, он из России, там какой-то еврей. И сразу кресло лакированное опрокинули, посмотрел. Ну, надо вырвать. Я говорю, нет, а есть такие штифты вставляют, а на них наращивают. Но у вас нельзя, потому что у вас ниже десны. Надо, чтобы обломок был выше десны. Я говорю, что вырывать только надо. Я говорю, у меня нельзя вырывать. А почему? Я в разных университетах веду занятия, во всех отделах милиции, в воинских частях, 3 радиопрограммы веду. У меня памяти не будет. Он засмеялся, что попало. А при чем тут память? Я говорю, я не знаю, я не врач. Ну а при чем тут память? Я говорю, я ответил, я не знаю, можете не спрашивать. Но это именно память отнимается зубами. Странно. Я всю жизнь работаю стоматологом и не слыхал. Я вернулся, но у меня льгота, зубы вставлять бесплатно. Я реабилитированный, политзаключенный-то. Пришел зубы рвать. Я говорю, это связано с памятью. Он говорит, правильно связано, но это большей частью с верхней челюстью. Я говорю, а нижняя? Ну, нижняя не так. Да все-таки связано. Связано. И вдруг я считаю, шведские ученые лет 20 вели там исследования и нашли с каждым зубом, какой процент памяти отнимается. А мне говорят, а как вы узнали? Не знаю я просто не знаю. И вот я считаю, Союз Аполлон готовили когда в космос, то учили, те учили там русский язык, эти английский, чтобы друг друга понимать-то. И, ну, ускоренная система. И когда меня спрашивают, а как вы изучали? Вот я английский 4 с лишним месяца, немецкий у меня 6 месяцев первый язык, я у немцев выступал, говорил в собраниях, проповеди, французский занялся, испанским, в Латвию приехал меньше 3 месяцев, а в школе не было вообще иностранного языка. А какой метод? Метод, который я увидел у космонавтов. У них самый современный. А я самостоятельно дошел до этого. Я просто открыл этот метод. В армии был в это время, и мне открылось это. И в чем он заключается? А? И в чем он заключается? Ну, в чем заключается? Найдите у них программу, посмотрите. Понимаете как? Это я не могу объяснить это. Это просто дано мне, дано, и все, вера. А как вера? Я был маленький. Вот сейчас говорят, вот я начальник детского лагеря. Я основатель детского лагеря, 41 год, 42 год нынче. Он работает еще? Конечно. Православный трудовой лагерь. Тысячи детей подняты без помощи государства. Ни рубля, ни государства не было. Ну пускай каждый занимается Герман этим-то. Пускай организует детские лагеря и прочее. Тогда у него болтовни-то меньше будет. Ему некогда будет трепать языком-то. Я выпрашиваю, Волга ноги кормят. Я достаю муки, пшена, там, достаю эту, выступаю перед бизнесменами, достал там специально тестомес. Свои печи там сделаны. Я должен заботиться, как прокормить обслугу. Сам, нигде никто ни копейки не получает. Чужие дети из детдомов. Мне зачем это надо? Я только в одной тюрьме 17 лет работаю. Бесплатно. Собираем все необходимое для них.
Зачем мне это надо? Достаю динамики, один раз сразу 56 динамиков принес. Установишь, и выступаю по рации там. Пусть он этим занимается, Герман. Но я-то выпрашиваю все, я выпрашиваю. Везде хожу и выпрашиваю. И тут же прям люди дают и сразу приносят не ко мне, а туда приносят. На студию или куда-то. Меня ни один человек в мире не скажет, что я хоть один рубль присвоил себе. Меня в Америке не могли даже одной порцией мороженого накормить. Рваные носки не могли заменить на мне. У меня другая жизнь, и поэтому Германа я отлично понимаю. Он меня не может понимать, потому что на эту ступеньку ему трудно опуститься. Он обо мне услыхал, да он бы сказал, да я тебе сейчас тут 100 миллионов дам, даже разговаривать не буду. А он еретик. Я еретик, а в моем доме столько пришло сектантов, которые православными батюшками стали. В моем доме, больше нигде в России этого не было. Как выступает Андрей Кураев, а вы знаете, кто самый выдающийся миссионер современности? И называет меня, я себя таким не считаю. Олег Синяев выступает, а самый такой продуктивный, у кого больше всего людей приходит. Это Бог так делает, это не мое, это совершенно не мое, это не мой уровень. Вот у меня сейчас готовы к изданию, готовы, они в интернете стоят, 4 книги моих стихов, написанных за 8 лет. Это 3467 стихотворений по 9 куплетов. 4 тома по 800 страниц. Но я их никогда не издам, потому что я не Герман. Подскажи ему. Оставьте, лучше не упоминайте пока сейчас. Вот издать надо. И в каждой книге будет 160 страниц цветных фотографий. А то где мы за границей, библиотеку, где я проповедую в храмах, мы несем Слово Божие. Приходят новые люди. Новые люди. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я это услышал и поехал. Мы были в Владивостоке, находки от Тихого океана до Атлантического. От Черного моря, Каспийского, Азовского до Баренцева. Мне это надо, ему это не надо. Игнат Тихонович, а вот я хотел спросить, как быть с православием, с Московской патриархией, если там не соблюдается столько, да, даже при том же крещении, моченый и все прочее, как можно туда войти, можно ли причащаться там? Вопрос-то вы понимаете, какой задаете? Наверное, не совсем. Не совсем. А почему у вас фамилия Чебан? Что, почему не Чебан, а Чебан? Ну, я сам из Молдавии. А что оно означает, ваше слово? Фамилия? Фамилия? Пастух. Правильно. А у нас Чабан. А, буква. Так вот, ну, и да. Будь пастухом в православии-то. Пастырь. И начни. Я все это высветил. Я показываю это. И конкретно показываю. Это можно делать. Да. Я над этим тружусь уже не один год, а 52-й год. И сейчас уже по всей России строят купели в полное погружение. Это патриарх от меня сколько получал. Поехал наш епископ, до этого был. А патриарх спрашивает его, а какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? А я козявка, мошка перед ним. И когда меня спрашивают в университете, а что бы вы сделали, когда стали бы патриархом? Ну, я говорю, я патриарх, в первую очередь, не спорьте со мной. А второе. Я на первое выйду. Все строительства храмов, часовен все заморозить, прекратить. Это я слышал вашу версию, что бы вы сделали. У меня программа, у меня четкая программа. Все храмы прекратить строить. Где взятые долги рассчитаться процентов, чтобы ни одного не было. Второе. В один день я открываю 1000 училищ. 1000 училищ по подготовке миссионеров, проповедников. Так у нас только учителей нет, а у меня есть. Я еще не патриарх, я уже знаю, где взять. И они будут учить два вопроса только. Как любить Бога и любить Библию. Я уже договорился. Я еще не патриарх, но я уже договорился. У меня договор. Понимаете как? Дальше что сделали? Ну а дальше бы я сказал, что все средства, которые освободятся, бросаем на издание Новых Заветов, Евангелий. И всю Россию наполни Евангелиями. И чтобы все священники были крещены в полное погружение. Хоть одно неправильное крещение сразу запрещается и сам снимается. Все, прекратилось бы эта зараза. Ну и к вечеру подыскать место, где спрятаться. Иначе церковная мафия уже убьет к утру. Самая страшная церковная мафия. Вот так, дорогой друг Анатолий. А вы знаете, как Анатолий переводится? Восточный вроде. Именно так. Так вот и держись Востока. А Восток наш с неба сошел. Иисус Восток, с большой буквы. Чтоб ты был Христов. Щебан. Вези. Но сначала действительно будь щебаном. Пастырем. Я в православии нахожусь, и вы скажете, а что делать? Никуда. Я ни одного человека никуда не направляю, только в храмы Московской патриархии. Измените погоду там. Измените. Вот сейчас у нас был день деревни. Вы видели ролик?
Ну, самое последнее. Вот, 11 числа у нас был день деревни, Потеряевки. Из патриархии у нас было 6 священников и диакон. По благословению местного архиерея. Не смотрел еще, по-моему. А посмотрите. Посмотрите, прям зайдите на наш видеоканал. Вы видеоканал знаете наш? Да, я подписан. Видеоканал. А там на нем найдете сразу Потеряевки. Ну сколько там, я не знаю, может 10 роликов после этого поставили. Угу. Там заснято все, как мы беседуем. Мы до этого были священники. Надо работать. А у нас что в стране делать? Путин делает, не ругай его, а помогай. Ругать очень для этого ума не надо никакого. Этот путь, вот который избирает некоторые критиковать. Нас Бог не поставил критиковать, а поставил работать. И Павел говорит, работайте своими руками, не о том, как языком молотить и обмануть. Дабы было из чего уделять нуждающимся. Из чего? Вот у меня денег не хватало где-то. Я на вокзал бежал, иду снег на крыше, кому надо сбросить, дрова распилить, валенки подшить, пилы натащить, книги переплести. То есть я делал все, что только можно делать. У меня две собаки, я дрессировщик собак, кинолог. И они работают в уголовном розыске, я получаю за них деньги, чтобы мне десятиной прокормиться. Да. Я был неукротимый в этих работах. Ну, в тресте первое место держал по работе. Плотник, каменщик, стекольщик. У меня все время 280-300% была выработка. Игнат Тихонович, вот хотел спросить еще по поводу тех же абортов. Что, вообще, что сейчас творится и что происходит на этом? Это просто тихий ужас и страх. Да. За время перестройки было совершено 120 миллионов абортов. Это государство погибло. Вы об этом? Но ведь это... Но ведь это... Да, вы, ну и об этом... И что второе сегодня... правило Василия Великого. Абортницы должны быть отлучены на 10 лет. Об этом вот как раз и говорит Максим Степаненко. На букву «Б» называет. Вы поняли, кто женщины такие? Они ухватили, что это нецензурное слово «блядь». А открой словарь, это показывает. Блядословие, это означает пустословие. Это мошенник-обманщик. Эти слова в словаре. И эти слова написаны в Библии, за которые вы беретесь, Афанасьевская хоть какая, посмотрите. И там это слово стоит. Но люди этого не знают. И они ухватились, а это, все он сказал, незаконно, которое детей рожают. Это другого названия у них нету. Но самое главное, почему на него кинулись все, что это церковные такие люди, которые в церковь ходят. Они порог не должны переступать. За один аборт 10 лет отлучения от церкви. Правило Василия Великого номер 2. И все, зараза кончилась. Они пускай делают за церковь, они не церковные. Они их причащают. Вот в это, за это священники ответят. Они делают, но это выбор их. А вот попробуют, пускай они сделают это в мусульманской стране, в Тунисе или где-то. Это смертная казнь. У них они не делают. У нас вот не делают, у нас тут очень, у нас этого не делают. Почему? Люди это знают, мы их учим. А надо, бабки, они ничего не понимают. Я не могу так сказать. Они не понимают, у нас все понимают бабки. У каждой Библия. Она ходит на занятия, они задают вопросы. Я им отвечаю. У нас есть книги, которые они считают. Они могут рассказать, как они пришли к Богу в общину. Это 15-й том. В моей книге на сайте, когда найдете, 15-й том. Там 74 свидетельства. Священники этого не могут показать. Как кто пришел? Да никак. Ходил, привыкал. Они не знают. Еще такой вопрос хотел задать. Вот, вы, наверное, слышали о таком заболевании, как диабет? Конечно. Инсулинозависимый. Когда человеку нужно колоть как минимум, получается, раз... 2, 3, 4, 4, 5 уколов в день. Ну, это как минимум. Ни одного не надо. А вот как поступить? Да у меня никак. Сын... Я вам переведу только, не смейтесь и не упадите. Ди по-гречески означает два. Обед, два обета. Пост и молитва. И ничего не останется. А ребенок, как с ребенком быть? Выпросить у Бога милости. Вот ко мне, когда в лагерь привозят детей-то, я первым делом проверяю. Потому что лагерь трудовой, больных мы не принимаем, у нас только здоровые. Но бывает издалека привезли, не спросили. Приехали, она как полотно бледное. А что, у ней спиной ствол пораженный, говорит. И она без таблеток. Я говорю, я возьму, только если все таблетки сейчас заунесешь. Все до одной. Так она не может до утра прожить. Разворачивайтесь домой, езжайте. Не мешайте, мне некогда просто с вами. Но как мы не... Ну решайтесь туда или сюда. Просто я с вами поговорю, уже 5 минут зря потратил.
Ну, я тогда не знаю как. Родителям звоните. Согласны? Согласны. Она от меня поедет, эта девочка, ее никто не узнает. Она розовая. У нее щеки налились. Я ей сделал льготу. На солнышко не выходить. Но купаться, когда это солнца нет, она вместе со всеми. И, наконец, она начала в теннис играть. И, наконец, в футбол бегает, уже пинает. Она поехала домой совершенно другая. Вот и все. И ко мне приезжали неоднократно больные, уехали все до одного здоровые. Я очень хороший врач. А какой врач? С диабетом вы встречались, сталкивались с детьми, у которых диабет? Были такие, помирали даже. Помирали, не у меня они, просто я с ними был знаком. И они не покорились, их что-то там, не знаю, за что-то взяли в больницу или в КПЗ, даже не могу сказать это. А уколов нет, и он умер. Хороший человек, я знаю его. Ну а можем без лекарства? Конечно, можем. Ты доверься Богу. Написано, Аса взыскал врачей, а они Господа. Так это плохо врачей. Хорошо. 38 глава Сирахов говорит, что благоразумный человек не будет пренебрегать врача по надобности в нем, ибо иной раз и в его руках бывает успех. Иной раз. Но согрешающий да впадет в руки врача. Вот тебя будет резать, кромсать. Согрешающий. Так это ребенок. Я с детьми как раз и работаю. У меня очень большой опыт. Ни день, ни два. 42-й год. Я детей знаю. Ну вот скажите, допустим, в моем случае возможно приехать с сыном к вам или никак? Или только в определенных условиях отказаться от всего? Конечно, без лекарств. Можно приехать, но еще мы дадим вам путевку. Я сейчас покажу, где путевка выставлена в интернете. И все. Трудовой лагерь в честь святого мученика Климента Анкирского. Это единственный человек на земле, который 28 лет, 11 месяцев был мучим. Не в тюрьме сидел, а мучили, терзали, резали. У него ни одной части тела не было. Это 312 год его замучили. Перед самым уже Константином Великим. И он был сиротой. И как он его усыновила, когда мать его отдала своей подруге Софии-то. И вот он маленький был и собирал детей, которые были брошены при дороге. Был голод в стране Анкирской. А мы именно такие, мы взяли его, как называется, своим покровителем. Наш лагерь называется в честь Климента Анкирского. Он детей собирал. А потом он стал епископом христианским. Ну, 312 год, это еще Диоклетиан был. Там в Ликине. И вот мы стараемся подражать. Меня не будет нынче в лагере. Не будет. Старшего воспитателя не будет. Он едет как режиссер, как репортер. Понятно. Вот. Мы заканчиваем самое длительное, самое тяжелое, самое продолжительное, самое дорогое путешествие нынче. Вот сейчас Франции просят, чтобы только я был у них 8 июня, потому что много народу будет. И вот в Англию обязательно, чтобы успели 5-го. Эти же желают здесь. Там в Финляндии готовятся с какого там шимба, даже 28-го быть. То есть график до того жесткий, я должен успеть. Люди ждут. Что понял, самое конечно. Удивительное, первый раз такое. Запрос церковь в Финляндии сделала патриархию и дали добро на встречу со мной. Обычно они меня как люто ненавидят. А у них ничего нету. Не против меня-то. Мои книги-то 12 лет, они могли бы вызвать по книге, а они не могут ни одного слова найти в них. Против-то. Чтобы по слову Божию-то. А у нас принято так, ну по вашим принято, не будет Бог судить-то. Который дядя на дороге на асфальте стоит, по его экзаменам я не буду сдавать водительские права, а которые мне там дадут. Да. На суде Божьем по слову Божию. Во свете Библии меня судите. Любой. Я пристану на суд, не сгибаясь перед вами. И вы даже не успеете рта раскрыть, как Господь вас уже обличит. По Библии судить Бог будет на страшном суде. И я понял это, и со страшного суда мне некуда будет свернуть, я должен к нему готовиться. У меня обращение было полное. Я с 5 лет готовился стать террористом. С 5 лет. Я слышал. Я как тренировался, как стрелял, как ножи метал. Отомстить за поруганную родину коммунистов резать. Моя биография как у Савла была. Но Бог меня коснулся, и я пал на землю и сказал, делай как хочешь. Теперь Бог показал, тебя буду гнать, тебя буду терзать, тебя мучить. У меня все руки выкручены, все. Но я живой. Я еще не вернулся из тюрьмы, а прокурор умер, следователь умер. А я живу, мне 75 лет, вот 10 июня будет. А я еще бегаю, дедушка, говорится, попробуй меня назвать, вот. Слава Богу. Господь делает так. Я надеюсь на моего Бога. И вы вышли-то, это Господь так устроил. Да, конечно.
Так, вопросы по Писанию, давайте, по жизни. Ну вот по поводу, ну вот я так понимаю, что если вот насчет ребенка, это получается просто надо отказаться от инсулина и все. И все. Но перед этим, перед тем, как отказаться, я когда говорю человеку, не просто отказаться, вы себя проверьте. Почему ребенок болен? Кое-чего вам придется отстать. Это жена, близкие, которые люди. Вы вину ищите не в ребенке, а в самом себе. Я И понял. это, что было для славы Божией. И когда вы на это дело решитесь, посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Ему скажите, не просто так, таблетки раз и выбросил. Вы дома, вы отец, и скажите, меня научили. И после того, как у вас будет все положительное, сходите к священнику. В любой храм вы идете как к Богу. Вот любое дело, чтобы делать, надо 4 вопроса решить. Пишите. Допустим, мы решили не давать ребенку инсулин. Диабет у него. Жестокий диабет. Первое. Этим действием, вот я не дам ему таблеток, что я ищу? Временного или вечного? Вопрос. Временного или вечного? Ну, ясное дело, что ищешь временного. Ребенок вечно жить не будет. Временное, то есть, чтобы он жил 100 лет и не болел. То есть, ищешь для души или для тела? Второй вопрос. Что об этом говорит Святая Библия? А для этого даже Библию знать. Или познакомиться с человеком, который знает ее. Третий вопрос. Что об этом говорит ваша совесть? Что об этом говорит ваша совесть? А для этого совесть должна быть чистая, неповрежденная, несожженная. И четвертый вопрос. То, что вы сделаете, не будет ли это во вред, на соблазн кому-то? Во вред и на соблазн кому-то. Все. Решайте эти вопросы и поступайте, как Бог покажет. Ну вот с последним это практически ответ всегда есть. Это всегда кому-то будет во вред и на соблазн. Вот. А вы найдите, что это за человек, кому это будет на соблазн, это на вред. Потому... И если я найду, как мне поступать дальше? Ну, да, дальше я вам уже показал. Впереди что сказал, то уже берите. Теперь смотрите. Вы говорите во вред. Я с бабушкой разговариваю, а у бабок один только лозунг. Ешь больше, спи дольше. Поэтому как ребенок рожается, бабок ликвидировать надо. Отсылать куда-то. Так вот, вы теперь поговорите, посмотрите, кто над этим ребенком теперь. Ребенок уже привык, что он больной. И он, что бы ни делал, он этим уже прикрывается как щитом. Вы сами его делаете таким. Вот ко мне привозят ребенка, ну, я начальник лагеря, у меня опыт громаднейший, это 40 лет. Вы не забывайте, что за мной враги смотрят. Против меня не однажды уголовное дело воздвигали. И в прах были все разбиты. И там поднимались и еврейская организация ВНЗР, и местный ГТРК, и профессура. Я приезжал осенью, просил сатисфакции, удовлетворения, покаяния. Этого не было. Я подавал в суд. И всех до одного разбил Господь. И они платили, давали опубликованное опровержение, подрыв деловой репутации, оскорбление личности и прочее. Я а как вы поступаете? На каждый выпад врага я серию ударов отвечаю. Потому что они главное дело губят, не допуская до детей. А где меня ударили, я поставлю вторую щеку. А где-то вот что-то там я начальник лагеря, разрушить лагерь, вот я, допустим, староста. Ну, другого скажет, убирайте. Да убирайте, я и сам не держусь за это место. Из-за такого человека нужно немедленно убрать. Я держусь, меня убрать нельзя. Я уйду только тогда, когда вы мне докажете, что другой будет делать лучше меня. Я слишком дорожу этим делом. У меня много должностей. Я попечитель, попечитель общин. А попечитель может быть тот, кто сам страдал, был в вузах, в тюрьме, за слово Божие. Я, у меня редкость, попечитель, то есть я должен смотреть, чтобы никто не бедствовал. У всех было в достатке, больные, роженицы, я все должен держать на учете. Где-то далеко пожар был, кого-то арестовали, где-то в Москве, там, в душе, в Санкт-Петербурге. Наши люди едут, помогают. Библейское общество тут приехало, мы всегда шестизначными цифрами помогаем. А община маленькая. Как один человек. Вот тут-то Герман изгодился бы. Он один бы это все восполнил. А мы последнее отдаем. Иной раз у меня даже сухаря нету. Перед Богом все это. А на душе всегда радостно. Я ни разу голодным не ложился. Обязательно кто-то что-то подсунет. И у меня трудно с компьютером. Прихожу, пурга, я иду из университета. Вот несколько лет назад. Стоит коробка, заношу новый монитор современный. Кто принес? По сегодняшний день не знаю. Другой приходит, он программист, прекрасный программист. А вы все время не слушаетесь нас. Я говорю, ну, вы говорите такое, чтобы я мог принять. Ну, не могу я надеть. Вот купили костюм новый,
оно на мне как не сидит. А я вот встану, вот, я весь заплатан. Это вот пришиты другие рукава, другие заплаты. Это не мое. Я сейчас сойду, чтобы вам показать. Вот, допустим, рубашка. Я рубашку сам зашил, вот она где внизу. Черная, белыми нитками. Вот она где, потому что это истрепалось. Вот, вот кончила где-то. Это мое. У меня валенки трехэтажные заплаты. Один серый, другой белый. Я выйду снегом, натру, чтобы одинаково были. А по городу босиком иду. Босиком совершенно. Ни носков, ничего нет. И иду в прокуратуру. По асфальту? А? По асфальту? По асфальту. Горячий асфальт. Я по городу в автобусе там еду босиком. Мне никакой нужды нету. Это моя жизнь. Ты считай там юродивый или как-то. У меня на всем экономия. Вот сейчас у меня сегодня холодильник нечего ставить. Он холодильник-то тот не мой. Я его выдернул уже лишнее, чтобы копейки нигде не было. Вот я вышел, сейчас растет щавель, одуванчик, репей, крапива. Ну и чеснок тут подал. И щавель. Я все это собрал, порубил. Все. А, готовлю сам. Нашел тут горох, крупа, манка, гречка. Я все просто сыпал. Воды налил, и сам рядом стою, пену снял. Отлично. Растительное масло. И никогда ничего не болит. Я еще ни одной таблетки за жизнь не съел. Ни одной. Молодцы. А я-то прошел-то сколько? Как меня морозилки держали? Что было? 13 дней. Я полуживой оставался. И я живой. И опять путешествие-то какое. Это же не... Вот за 2 года мы проехали только за 5 месяцев 80 тысяч километров. 360 городов и сел. Я везде должен прийти, вызвать к себе доверие, к книгам, выступить перед народом. Ну, как ни крути, 75 лет это уже что-то. Конечно, это же... А как, вы не болеете? Нет, не болею. А что-то у вас болит? Болит все. Это не болезнь. Это естественное отмирание организма. Листья опадают, листья вырастают. Я говорю, что вы трясетесь за свою жалкую жизнешку-то? Надо жить интересно, красиво, азартно. Азартно. Понятно. Так, но... вот подумайте как. Относительно диабета. Пока ничего не делайте. Хорошо помолитесь, объявите пост. И дальше не делайте без совета показ. Еще вы не рядом. Это потому что как бы рядом были, тут я по другой шкале провел бы. И пойдите к священнику в храм. А сами молитесь, чтобы через него Бог ответил. А потом, если желаете, на меня выйдите, но в течение 3 дней. Иначе меня может не быть уже. Да, буду вас тогда искать уже к сентябрю, да? В понедельник я еще буду, в понедельник. А во вторник у меня уже блокируется все, чтобы не платить деньги, я на 4 месяца блокирую все. Понятно, понятно. Вы пришли в нужное место. Я почувствовал, и поэтому и написал вам так, как написал в письме. Ничего святее, чище православия не найдете. Поэтому от церкви... А, еще вопрос. Вот православие вы произнесли. Вы слышали, наверное, сейчас много говорят и много есть информации на Ютубе, там, на сайтах различных о возрождении русинов и о том, что до христианства было очень... Так, все не надо, очень... Даша, я все это прекрасно знаю. Это язычество, сатанизм. Сатанизм от сатаны. Это язычество, что было порушено, они желают... Я знаю, кто это ведет. Это Левашов сильно старался, Петров генерал. Это вот главное тут. Тут как раз стерлигое место. Он к этому и подошел уже вплотную. Я знаю до конца, у меня на форуме все эти материалы стоят. Даже не произносите, язык не поганьте. Все понял. Идолам, принося жертвы идолам, приносят жертвы бесам. Апостол Павел говорит, это бесовщина на Руси. Я с ними бесил, у них ничего нету, нету, кроме злобы. И откуда пошло, взяло начало православие? Само слово, значение, откуда первый раз произошло православие? Видите, слово православие вам нужно знать. Я вам выставлю материал. Материал, в каком соборе, сколько раз произнесено, я все это исследовал. Еще в апостольские времена. Но полностью оно расцвело, стало так общепринятым во времена Ария. Все православие заключается в следующем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Все, вот это православие. Отца и Сына и Святого Духа. 3. И это один. То есть это истинная причина самого слова православия. Арий стал говорить, что Сын это творение, высшее творение Божие. Его Афанасий Великий, Александрийский, под дальнейшим патриарх, не изверг. И доказал, Арий, кто тебя будет судить? Он говорит, как кто? Христос говорит,
А как он может жить, если он не бог-то? Епископы, которые уже заре подписались, они давай дезавуируют свои подписи уходить оттуда. Диакон, он разбил, он повернул все. Была только одна домовая церковь в Константинополе. Никогда не складывайте оружие. Никогда. Как в этой, в басне, что лягушка в молоке-то. Дергала ногами-то, избила в масло, а потом на масло и выпрыгнула. Я был в самых невероятных обстоятельствах. Казалось, ничего нельзя сделать. Я рассылал и рассылал материалы о крещении по всей Руси. От руки печатал. А сейчас везде об этом говорят. Патриарх говорит, не крестите, где не в полное погружение и прочее. Вот и все. Надо научиться брать доброе везде, где только не найдете его. Таким был Антоний Великий. С кем бы он ни беседовал, он взял хорошее. Да. Вот, допустим, вы знакомы с Германом, у него хорошее рассуждение о бороде. Но это у меня более подробно. Вот о бороде. Бородобрите, запустите на форуме и найдете. О бороде он совершенно правильно рассуждает. Это даже не мужик никакой без бороды. Но только надо говорить, что так Бог сотворил. Бог сотворил. Ну да, конечно. И больше ничего, никакая Кончита тут ни при чем. Да, я понял вас. Так. Игнатьич, был безмерно рад вас поймать на скайпе, общаться с вами, знать вас уже лично. Так. Поэтому я не пропаду и буду связываться с вами. Хочу, так, чтобы Анатолий, как-то... вы не против, что мы вот этот разговор наш выставим? И вы посмотрите. У нас хорошие слова. Видите, это целый ролик, это научение для многих. Мы никого не судили. Вы коснулись Германа, я сказал конкретно его дела. Но я ему не враг, потому что я за него молюсь, произнося его имя. Вы ему скажите это. Я молюсь за него каждый день. Хорошо. И поэтому и он мне не враг, потому что я молюсь за него. Я услышал. Невзоров. Я 32 ролика выступил, разбирая Невзорова. Он мне не враг. Я каждый день молюсь. Молюсь за Горбачева, чтобы Бог покаяние дал. Да. Горбачева нельзя ругать. Это знаковая фигура. Кого нельзя ругать? Горбачева. А, Горбачева, понял. Это знаковая фигура. Таких больше не было, никогда и не будет. Он один. Ну, Александр Невзоров, конечно, это... Он безумный просто, совершенно. Но у него есть хорошее, что надо принять. Когда он говорит, где-то обличает, и надо просто, я говорил, если собрались бы епископы, пришли к нему и сказали, Саша, мы уже много слышали тебя, теперь давай в глаза нам выговори, в чем мы неправы. И потом на соборе разобрать, что он говорит, и враги нам больше скажут, чем друзья. Враги нам лучшие друзья. И не тот друг, кто говорит, медом мажет, а тот правду в глаза скажет. Но я думаю, что ни одна из сторон не хочет этого пока. Плохо. Я когда узнаю, кто-то на меня что-то говорит, если я могу, я сразу с ним связываюсь. Если он нормально, он не прячется никакими там аватарами, никами. Вот я в жизни пытаюсь тоже всегда так поступать. А иногда, и зачастую, люди думают, что ты что ты лезешь, зачем? Так, я всегда хочу услышать, если кто-то говорит на меня что-то, именно с ним лично пообщаться, чтобы я услышал, что он мне сказал. Так, вы, Анатолий, свою анкету, которую записали, проверьте, все ли правильно там записали. Хорошо. У человека, верующего, не должно быть малейшей лжи, всякая ложь от дьявола. Почему я, Иоанн говорит, всякая неправда есть грех. Участь лжецов в озере огненном. Вы мою зайдите анкету и посмотрите. Понял, я посмотрел у вас, думаю, ой-ой-ой. Все, да у меня там все запущено давно. Конкретно имя, отчество, год, все, что у тебя есть. Чтобы ты у меня полезен. Там запущено давно, потому что я давно вообще там ничего не исправлял. Это сколько не лет? Ответ, это не ответ, это ваш след. Это ваш след, не мой, это вы наследили там. Люди заходят сегодня и вас видят, ну видно, что обманщик. Понял. Так, я вас не обидел. Нет, абсолютно. Ну все, слава Богу. Если вы обидчивый, то я вам скажу, что вы пришли по нужному адресу. Я вас буду все время учить не обижаться. А чтобы хорошо. Человек не болел, нужно 5 «не». «Не». Никогда не злись. Не злопамятствуй. Не ревнуй. Не завидуй. Понятно? Вот это все, когда есть, говорит, не жалуйся. И у тебя совсем по-другому. Вот эти «не» выполни, и тебе уже все будет. Вот я говорю, есть 5 «б», это по глухонемому «б» вот так вот показывается, как перстное знамение у старообрядцев. Двуперстие. Мы молимся так. Так вот, 5 «б», без которых никто не спасется. У меня ролик есть такой. Первое «б» – Бог. Это глухонемые «б» букву так показывают. Бог. Второе «б» – Библия. Третье «б» – благословение. Четвертое – благовестие проповедовать вести. И это все для будущего.
Я вам на удружение. У вас хорошая борода, мне очень понравилось. Слава Богу. Ну все, слава Божию. Спасибо, всего доброго. Слава Христу. Так что ждите, к вечеру сегодня будет ролик. Ну, слава Христу. Счастливо. Знакомство. Просто знакомство.